Рифату Чубарову разрешен въезд на территорию Крыма. Об этом заявила прокурор республики Наталья Поклонская в ходе пресс-конференции в Симферополе. При этом глава надзорного ведомства республики допустила, что в Крыму Чубарову по ходатайству следователя может быть предъявлено обвинение, либо он будет задержан для избрания меры пресечения. Напомним, в июле 2014 года Российская Федерация запретила въезд Рифату Чубарову на свою территорию на 5 лет. Мы Чубарова ждем, пусть приезжает. Ему открыт въезд на территорию Крыма российского, поэтому пусть приезжает. Органы предварительного следствия его ждут. Что касается действий остальных организаторов и активистов так называемой блокады Крыма, то в отношении них проводятся доследственные мероприятия, а часть эпизодов уже стали основой уголовных дел. Проводятся проверки, в частности, и по подрыву вот всех этих электроопор, в частности, по взысканию и вымогательству денежных средств у водителей транспортных средств, которые хотят прибыть на территорию Крыма, воспользоваться своим правом на свободу передвижения.